Все началось с небольшого экскурса в историю. Методисты рассказали, что по древней легенде снег – это дар небес, поэтому снеговики считаются зимними ангелами. Они передают желания детей на небо. Все школьники с детским задором и энтузиазмом разгадывали непростые загадки про снеговиков. Далее ребят ждали веселые конкурсы и новогодние эстафеты. Самых смелых наряжали в снеговиков, а импровизированный нос-морковка произвел на участников настоящий фурор. Праздник был новогодний, мне все понравилось, все было хорошо, все было красиво, все было замечательно. Мне особенно понравилось, как мы играли в снежинок. Учителя Десногорска уделяют особое внимание внеклассным мероприятиям. Они отмечают, что такие встречи развивают в детях эрудицию, дружелюбность и уверенность в себе. Детям здесь очень интересно, весело, а в первую очередь, наверное, для того, чтобы закрепить и ознакомливать детей с нашими русскими традициями, с русскими народными танцами, песнями, прибаутками. Сотрудники музея всегда стараются знакомить ребят с новыми праздниками и каждый раз показывают их по-особому. Этот праздник появился не так давно, и мы сейчас стараемся детей активно знакомить с этим праздником, потому что зимние праздники – это такая радость, это приближается Новый год, Рождество, все ходят счастливые, дарят друг другу подарки, приходит Дед Мороз к деткам, поэтому, конечно, эти праздники подводят нас к Новому году. Веселье продолжалось больше часа и закончилось исконно русской игрой в снежки. Дух соперничества витал в воздухе, и ребята веселились от души. В завершении все участники получили сладкие леденцы. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.